В первую очередь, не связанное с этим днем мероприятие, также в центре Риги у часов Лайма намеревается провести движение долгожителей. Последние намерены рассказать всем любопытным о том, как дожить до 100 лет. В исполнительной дирекции Риги сообщили, что даугавские соколы так желают провести свое шествие от Домской площади до Памятника Свободы, что подали целых 3 заявки на его проведение. Одна была подготовлена в 2009 году, сразу на несколько лет вперед. Другая была получена в этом году. И еще одна идентичная поступила от Лимбургского отделения Даугавы-Сваныги. В соответствии с законом, Рижская дума дождется заявки о всех возможных мероприятиях, намеченных на 16 марта, и не ранее 4 марта сможет объявить, разрешается ли их проведение. Добавлю, что сегодня мэр Риги Нил Ушаков встретится с главой МВД Линдой Мурнеце, чтобы обсудить готовность самоуправления и госполиции к обеспечению порядка 16 марта в Риге. Около половины 48.